Вполне вероятно, что за эти 6 минут мне не удастся изменить ваше сознание, но я надеюсь, это коротенькое видео замотивирует вас заниматься собой и скорее встать с дивана в эту ленивую зимнюю пору. И первым шагом будет сушка головы феном, потому что я ее только что помыла, и это просто влажные, забранные волосы. Я создаю волосам направление, укладываю их в нужное русло, чтобы в дальнейшем создать небольшой объем у корней. Ходит расческа и специальная для мокрых волос, я расчесываю ей и сухие волосы тоже. Это тингл-тизер для мокрых волос с ручкой. Дальше перехожу к укладке, и делать я буду себе кудри конусной плойкой. Это самый легкий и простой вариант сделать пляжные локоны, которые не должны быть ни в коем случае идеальны. Самое главное, что они продержатся до конца вечера из-за того, что тут разный диаметр, плойка как морковка и не так, как просто на мелкой плойке. Пришла зима, и вместе с ней сухая кожа. Поэтому под макияж я буду использовать Bioderma для сухой кожи. Крем действительно очень концентрированный, и я его использую на обветренные даже какие-то участки. На руках или на локтях. Также я делаю небольшой массаж, чтобы прилилась кровь к лицу, и оно дополнительно увлажнилось. Патчи от Beauty Drugs, но не могу найти что-то пока что лучше, соотношение цены и качества. Их состав увлажняет кожу под глазами и немного разравнивает морщинки. Они интересно смотрятся и иногда пугают людей, что мне даже очень нравится. Следующим этапом моего преображения будут отбеливающие полоски Rigel. Полный курс отбеливания состоит из 2 упаковок. Такой упаковки хватает на 7 дней, использование утром и вечером 2 раза в день. Самое главное, что эти полоски не содержат перекиси водорода, их можно использовать в любом месте в любое время, потому что это просто полоски, которые наклеиваются на верхнюю и нижнюю часть зубов. Через некоторое время при взаимодействии со слюной превращаются в активный гель, который убивает болезнетворные микробы и отбеливает эмаль. Я не удаляю гель зубов, он полностью смывается со слюной через 15-20 минут. К Новому году бренд Rigel делает акцию и разыгрывает 10 призов от Apple. До 28 декабря все покупатели продукта по акции автоматически становятся участниками новогоднего розыгрыша. Ссылку я оставлю в описании. Пришло время увлажнить губы, для этого я использую SOS Lip Patch. Это те патчи, которые восстановят твои губы как раз перед макияжем. И оставляю на 20 минут. Работать они будут в течение всего макияжа, а я перехожу к бровям. Беру двусторонний карандаш, одной стороной прочесываю брови перед тем, как начать их прокрашивать. Я стараюсь не рисовать на лбу брови, а двигаюсь по своей естественной форме, заполняя также тенями коричневыми из палетки для контуринга и оформляю все гелем для бровей. И это прозрачный гель для бровей от Rimmel. В качестве тона я использую новинку Skin Illusion, это новая версия тонального крема от Clarins. Теперь она с пипеткой, и это не та версия сушащих тональных кремов с пипеткой, этот достаточно увлажняющий. Хоть я и пробовала его первый раз, пыталась нанести чуть-чуть побольше продукта, мне он понравился в использовании, даже больше, чем Skin Illusion оригинальная версия. Я снимаю все патчи, кстати, полоски уже почти совсем растворились, и донаношу тональное средство. Эта кисточка очень мягко и нежно его распределяет, что хочется добавлять еще и еще, хотя его, в принципе, уже достаточно. Мне в руки попала Blood Sugar от Jeffree Star. Я знаю, да, это очень яркая палетка, и вы, наверное, хотите, чтобы я использовала какой-нибудь яркий цвет, но сегодня я буду на нюде, сори. Я беру грязно-бежевый оттенок и наношу на все веко. Потом смешиваю персиковый и бежевый и наношу в складку века. Есть очень красивый золотисто-персиковый оттенок, его я наношу на все подвижное веко, не задевая пространство в складке века, чтобы там она не переливалась. Макияж очень простой, но я решила добавить немного теней на нижнее веко и затемнить уголок, как я люблю. Я вытягиваю эту форму. Я думаю, это не последний макияж с этой палеткой, потому что она очень яркая и с ней можно просто творить и творить.
и добавляю тушь, да, даже без межреснички. Поскольку в этом макияже у нас нет акцентов, я могу позволить себе использовать сухую контурирующую палетку от Kat Von D и подчеркнуть скулы, подбородок и лоб. Чтобы остаться на нюде, для губ я буду использовать Glide от NARS в оттенке Swing. Нереальная красота, как в упаковке, так и на губах. Изюминка этого макияжа и, наверное, главным его акцентом будет хайлайтер от Chanel с изображением льва. Это лимитированная коллекция. Красивый золотистый хайлайтер, чтобы поддержать эту теплую гамму. Вот такое вот преображение у меня получилось. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А с вами была Дарья Кей. Barbie whippin'. If he say he don't want me back, he'd be lying.